Добрый день, дорогие друзья! Ну что, наступила осень, и нас ждет хищник. Надо ловить хищника. Мы в прошлом году хорошо отловились по хищнику на отводной поводок, и в этом году то же самое. Я хочу делать отводной поводок. Но отводной поводок не просто с грузиками обыкновенными, а вот с такими вот грузиками. В форме банана такого. Эти грузики я делаю сам. Ну и покажу, как я их делаю. Форму делаю просто из бумаги. Из одного листочка получается 4 формы. Ну а теперь надо свернуть аккуратненький кулечек. Такое, чтобы получилось тонкое грузило. От того, как вот правильно свернешь кулечек, грузило может и получиться, и не получиться. Потому что нам надо очень-очень тонкий грузик. В противном случае будет все очень некрасиво. Наверное, еще надо поуже, чтобы она была. Когда будет узкое грузило, его легче свернуть будет в банан. Ну и легче на него потом будет одеть трубочку, трубочку для того, чтобы груз не цеплялся за дно. Ну, наверное, вот так вот. Так, теперь беру малярный скотч и скотчем его фиксирую. Фиксирую, чтобы наша форма не расползлась. Теперь мне понадобится проволочка. Проволоку я беру не столистую, ну где-то диаметр 0,5-0,6, ну, чтобы было удобно с ней работать. Кусочек откусываю. Здесь делаю для того, чтобы свинец хорошо, она хорошо, проволока держалась в свинце. Такие загибы. Вставляю нашу заготовку, а саму заготовку вставляю просто в пластилин. И здесь вот просто хомутиком тоже из пластилина облепливаю, чтобы при заливке держалась форма. Дальше заливаю свинцом. Ну, это я показывать не буду. Просто заливаю. И получается вот такая заготовка. Ну, здесь намного больше, чем мне надо. 28, где-то 27, 30 грамм. Здесь, наверное, где-то грамм 40-50. Я пытался брать просто свинца до 30 грамм, заливал, но почему-то на выходе было 18, 20, 22, 24 грамма. Ну, а для нас, для речки это маловато. Я хочу где-то 27, 28, 30 грамм. Поэтому беру заготовку немножко больше, потом ее дорабатываю, и получается вот такие вот заготовки. Это потом уже я ее в обработанном виде сгибаю в виде банана. И вот получается вот такая штука. А вот эту проволочку я просто загибаю вовнутрь. Вот их предварительно налил. 4 штуки. Вот это вот пятая, вот как заготовка, которую надо еще обрабатывать. И вот видите,
В зависимости от того, вот как сделана форма, грузило получается, то большего диаметра, то вот такого вот меньшего диаметра. Вот когда крючок получается маленький, формочка тонкая, то получается вот такое грузило. И вот видите, вот такое. А вес у них в принципе один и тот же. Вес где-то 28, 29, 30 грамм. А видите, вот какие разные получаются грузила. Ну а теперь, для того, чтобы грузило не цепляло за ветки, я думал сделать этот хомутик из трубочки. Вот такой вот трубочки. И вот так вот они получаются. Загибаются как хвост у поросенка. Ну и тяжело растягиваются. Рвутся. Затем из трубки, красной трубки, наделал тоже таких вот хомутиков, но тоже как-то не то, они сильно жесткие, грубоватые такие. И потом остановился на термоусадке. Вот смотрите, вот такой вот получается хомутик с термоусадкой. Это же совсем другое дело. Вот тонкое-тонкое окончание. Садится хорошо. Все великолепно. Чудно. И вот на вот этом я и остановился. Вначале, как термоусадку усаживаешь, вот этот кончик вроде бы толстый. Но потом, когда он еще горячий, он растягивается. Хорошо очень растягивается, не рвется и превращается прямо по толщине, ну, чуть-чуть больше диаметра лески. Леска 0,4 или 0,35, вот как вот на грузик, сюда пойдет аж бегом. Ну, и вот теперь вот на основе вот этих вот, вот грузиков надо просто связать отводной поводок. На поводок я использую флюорокарбон 0,20. Получается. Ну и офсетник. Длина поводка где-то 1,5 метра. И на тройном вертлюжке. Вот здесь вот привязан получается поводок. А сюда я буду привязывать груз. Длиной самого вот этого поводка под груз надо играться. Надо пробовать. Надо ставить сейчас. Вот я поставлю сантиметров, наверное, сколько? 50. А потом мне легче будет убрать, чем добавить. Ну что, ставлю в этот хомутик. Теперь на конце делаю петельку. И эту петельку завожу вот сюда вот в грузик. И вот получается вот такой груз. Очень легко меняется. Снял. И поменял. Иногда вот, вот эта вот проволочка цепляет термоусадку, ну и мешает вытаскивать. Я в таком случае делаю вот таким вот образом. Беру его, подгибаю этот кончик проволоки. Зажимаю его.
Ну, теперь, когда загнул проволочку эту, одеваю петельку, подтягиваю наш хомут, надеваю хомутик, и вот он при стаскивании, он не цепляется за вот эту проволоку. Очень даже получается неплохо. Вот такие вот, вот такая получается конструкция отводного поводка. Вот он идет поводок, этот грузило идет по грунту, и любое препятствие он преодолевает. Вот это то, что я вам хотел рассказать, чем хотел поделиться с вами. Да, кстати, собираю я снасти как самодуры. Смотал и зафиксировал крючком. Вот так вот оно и готово уже к перевозке. Все, будьте здоровы, пока-пока.